сертификации, и для этого есть целые государственные программы. То есть становится проще, все проще и проще развивать распределенную газовую генерацию, которая достаточно эффективна сейчас. То есть новые технологии небольших газовых электростанций, они уже сопоставимы по стоимости с электроэнергией, получаемой из сети, а с вот этими ростами и с теми последними инициативами, которые там сетевые компании продвигают по введению интеллектуальных приборов учета, по введению платы за резерв, да, они просто вот, ну, не экспоненциально, но будет еще очередная, то есть вторая производная еще увеличится по росту затрат на передачу электроэнергии. Это все приводит к тому, что все больше и больше потребителей задумываются о том, чтобы ставить у себя распределенную генерацию. И то, что мы видим, потому что такие потребители к нам обращаются, к сетям, к нам, да, за получением ТУ, мы видим, что процесс носит неуправляемый характер. И сегодня данные говорят о том, что вводы по объектам распределенной генерации, они уже сопоставимы с вводами по объектам большой генерации, с учетом там выбывающих, с учетом замещения, да, выбывающих мощностей. То есть ситуация такая там достаточно сложная технологически. Почему технологически сложная? Потому что эти объекты распределенной генерации, они не всегда учитываются в генсистемах, они возникают ситуативно. Да? То есть есть какой-то индустриальный парк, например, да, который хочет повысить эффективность своего энергоснабжения. Они ставят распределенную генерацию. Но при этом те объекты, которые объекты большой генерации, которые раньше были нацелены на энергоснабжение этих потребителей, да, они оказываются недозагруженными, соответственно, это ухудшает их экономическое состояние, то же самое происходит с сетями. И получается, что те, кто остаются в энергосистеме, да, они как бы несут на себе все время условно-постоянных издержек, которые между ними распределяются, там, либо через тарифы, либо через ценовые надбавки. И для нас технологически это тоже достаточно нехорошая ситуация. Мы это видим со стороны технологической, да, вы со стороны потребителей видите, что растут цены, а мы видим со стороны технологической, потому что ухудшается качество режима. Становится сложнее этими режимами управлять, потому что появляется стохастика, то есть неопределенность, да, и в потреблении, и в производстве. И эта стохастика, она, включая фактор времени, она раскладывается на различные временные горизонты, что еще больше усложняет систему. Вот. И получается, что те потребители, которые уходят из большой энергосистемы, ну скажем так, уходят де-факто, они не декларируют в явном виде, что мы навсегда уходим из энергосистемы, под нас не нужно держать ни резервы сетевой мощности, ни резервы генерирующей мощности. Эта ситуация, на наш взгляд, не совсем честная. То есть она понятна с точки зрения конечного потребителя, потому что потребитель хочет оптимизировать свои затраты и, в общем, не со зла, а просто не задумывается о том, как это отзовется на всех тех, кто остался в большой энергосистеме. А мы видим, как отзывается, и отзывается, в общем, достаточно нехорошо. Потому что, ну, проще всего это пояснить на электросетевом комплексе, в которых затраты являются, ну, в основном условно постоянными. Да, это стоимость содержания сети. У них есть небольшая переменная часть, зависящая от объема переданной электроэнергии. Это в основном там, потери, это еще там некоторые моменты. Да, но большая часть затрат это условно постоянные. Соответственно, если сокращается база, да, то эти условно постоянные расходы ложатся на тех, кто остался. И таким образом мы видим, что система, единая энергосистема, мигрируют к тому, чтобы стать энергосистемой, ну так там, для бедных, да, если простым языком говорить. Мы понимаем, что с одной стороны этот процесс не остановим, а с другой стороны этот процесс необратим, потому что технологии развиваются и все вот эти там предпосылки продолжают действовать. А с другой стороны у нас перед глазами наглядные примеры зарубежные, где активно, как мы все видим с вами, внедряется распределенная генерация, активно внедряется возобновляемая энергетика, и в ряде стран уже там двузначные цифры по выводке по возобновляемой энергетике, в частности в Европе. И мы видим, что творится там с крупной генерацией, как в части объемов выработки и, соответственно, выручки таких компаний, так и в части их экономических показателей и деривативов, которые с ними связаны. Вот.
То есть капитализация таких компаний за последние там, лет 10 упала в разы. Объемы выработки упали в разы. Наверное, с точки зрения потребителя конечного, да, это может быть хорошо в моменте. Но если мы посмотрим на отложенные эффекты, то есть вот предположим, что сейчас большой энергосистемы не будет. Ну, такое как бы спорная выгода для этого возникает, из этого возникает для потребителей, потому что большая энергосистема, которая осталась от Советского Союза, ну, это, в общем, ну, одно из важнейших, одно из таких там глобальнейших наследств, да, которым надо просто научиться правильно распоряжаться и научиться правильно встраивать вот эти новые тенденции и новые технологии в то, что у нас уже есть, да, в большой энергосистеме. Ну и какие варианты? Вариант номер раз. Ну, абсолютно либеральный, давайте все разрешим. Как бы да, но нет. Да, потому что последствия для большой энергосистемы будут достаточно катастрофичны. И на самом деле это ударит по всем потребителям, не только по тем, кто в большой остался, но и по маленькой, по тем, кто перешел на распределенную генерацию, потому что вопросы управления режимами и вопросы надежности и качества, они в большой энергосистеме решаются, ну, принципиально на другом уровне. Второй вариант – это запретить, как, ну, это проще всего, да, взять и запретить всю эту распределенную генерацию и сказать, что нет, мы будем, там, вернемся к госплану, будем вообще энергоснабжаться через большую. Ну, тоже как бы нехорошая ситуация, потому что все, что связано с развитием распределенной генерации, это достаточно там, прогрессивные модели деятельности, бизнес-модели. Это позволяет очень гибко реагировать на изменения спроса, на изменения нагрузки. Ну, то есть это приводит к другому качеству энергосистемы. Поэтому наш путь – это третий вариант. Это некий такой там особый порядок, который позволяет успешно и эффективно интегрировать те новые возможности, которые возникают в связи с появляющимися технологиями, и те старые преимущества, которые у нас остались. Для того, чтобы двигаться дальше, нам нужно будет с вами очень внимательно прочитать этот слайд. Я не буду зачитывать, здесь много букв, и потом вы сможете взять, мы раздадим всем, кто захочет презентации, да, это у вас все останется. Но вы их, пожалуйста, прочитайте, эти определения, потому что они принципиально важны. А что такое активный энергокомплекс? В принципе, если простыми словами, есть зарубежный аналог этого термина, это просюмер, то есть это некие потребители или группа потребителей, которые в определенный момент времени могут быть потребителями, а в другие моменты генераторами. Да, то есть они как бы, ну, группа потребителей, имеющих в своем составе генерацию, скажем так, для простоты. Термин «управляемое интеллектуальное соединение» — это как раз введенный нами термин, которого в зарубежной практике нет. Это совокупность программно-аппаратных устройств, которые позволяют управлять режимами, прежде всего, да, вот эта микроэнергосистема. Ну и плюс к этому на него навешано все, что транслирует модель большой энергосистемы на микроэнергокомплекс, который работает в балансовом режиме. Да. То есть все элементы, которые есть в большой энергосистеме, совет рынка, АТС, системный оператор, так или иначе, когда мы переходим к микромасштабу, да, к масштабу, скажем, там, индустриального парка со своей генерацией, все те же самые функциональные задачи необходимо решать. И современные развитие программ обеспечения, развитие полупроводниковых устройств позволяет эти задачи все завесить на некое устройство, на некое, которое мы назвали управляемым интеллектуальным соединением. Я расскажу, как оно устроено, и это на самом деле такая ядерная технологическая суть предлагаемых инноваций. Ну и дальше два понятия, которые мы будем использовать, это разрешенная мощность и разрешенная мощность активного энергокомплекса. Это понятие, то есть какие мощности есть сейчас у вас. Да, у вас есть мощность технологического присоединения, это мощность тех проводов, грубо говоря, да, которые идут к вашим энергопринимающим устройствам, и они определяют параметры тока, который может до ваших энергопринимающих устройств быть доставлен.
Это как бы мощность, которая формируется исходя из вашей заявки, исходя из ваших планов по развитию долгосрочных и так далее. Есть мощность фактического потребления, и она не равна мощности технологического присоединения, это то, что вы употребляете по факту. Вот эти два термина существуют сегодня. Там мы вводим дополнительный третий термин, разрешенная мощность, когда у каждого потребителя в составе активного энергокомплекса появляется некая условно заявленная им величина, про которую он говорит, вот в этом объеме я должен всегда быть обеспечен электроэнергией, независимо ни от чего. Если работает мой генератор или не работает, вот ниже объема разрешенной мощности, я не готов разгрузиться никогда. Этот параметр зависит от нескольких составляющих, но прежде всего это технологических составляющих процессов производственных потребителей, то есть у него есть какое-то ответственное оборудование, которое никогда не может быть обесточено. Да. Второе – это задачи режимные по управлению этой микроэнергосистемой, то есть там, покрытие пиков как минимум должно быть обеспечено, когда собственной генерации не хватает, да, потребитель должен откуда-то эту электроэнергию получать из сети. Окей, это параметр разрешенной мощности. Ну, есть еще несколько аспектов, по которым этот параметр подбирается. Это математика. Она там, нам понятна как системщикам, вам, ну, я не знаю, там, если интересно, расскажу, но, в принципе, можно не загружаться. Да. То есть это, грубо говоря, это некий параметр, ниже которого вы не будете разгружаться. Но есть разрешенная мощность активного энергокомплекса. В чем прелесть вот этого последнего термина? Да, что с одной стороны, эта разрешенная мощность АЭКа складывается как сумма разрешенных мощностей всех потребителей. Да, и это понятно. То есть если наш внутренний генератор ложится на ноль, то тогда все потребители АЭКа должны получать свою разрешенную мощность, не меньше, чем свою разрешенную мощность. Соответственно, верхняя разрешенная мощность, которая на верхнем присоединении к сети, она должна быть суммой. С другой стороны, в рабочем режиме, если какой-то из потребителей, скажем, не выбирает из сети свою разрешенную мощность, то ею могут пользоваться другие потребители. И вот эту красоту я вам тоже там дальше расскажу. Если с терминами понятно, то теперь вот эта картинка, которая будет нас сопровождать рефреном через все слайды, и то, как это устроено. Да. То есть есть в левой части единая энергосистема, и это источник бесконечной мощности в сегодняшней модели рынка, и источник конечной мощности, ограниченной вот как раз разрешенной мощностью активного энергокомплекса. В нашей модели есть некий набор потребителей и генератора внутри вот в правой части этой картинки. Вы видите вот эти желтенькие квадратики с W буквой. Это как раз устройство управляющего интеллектуального соединения. У них есть индексы еще. Да, это очень важно, потому что эти устройства немножко по-разному функционально настроены. То есть у каждого потребителя стоит такое устройство, которое является и одновременно его прибором Москвы, и прибором, который позволяет разгрузить данного потребителя до там, величины разрешенной мощности в случае чего. Есть прибор отдельный, который устанавливается на шину генератора, и он учитывает объем произведенной электроэнергии и управляет режимами генератора, да, то есть это первичное регулирование. И есть то, что мы называем материнский УИС, вот этот УИС, он стоит на границе балансовой принадлежности всего энергокомплекса индустриального парка. И он как бы имеет двунаправленный интерфейс. Да, с нашей стороны, со стороны индустриального парка, это устройство, которое контролирует параметры перетока и распределяет объемы неким математическим путем, распределяет объемы электроэнергии, полученной из сети, по каждому потребителю. Да. Со стороны сети, если посмотреть вот со стороны ЕС, да, то это фактически некое гарантирующее устройство, которое говорит, что в случае превышения потребления выше PRASR АЭК, весь энергокомплекс будет отключен. То есть это устройство гарантирует для сети не превышение параметров, да, будет разгружен до параметров PRASR АЭК. И это автоматически все происходит. В чем как бы суть активного энергокомплекса? Суть в следующем, что если мы с вами объединяем всех потребителей индустриального парка вот в такой комплекс, называем его активным энергокомплексом, определяем для каждого потребителя параметры разрешенной мощности,
И дальше говорим, что говорим сети, что, дорогая сеть, мы от тебя никогда не будем брать мощности больше, чем вот эти параметры. Соответственно, тогда возникает базис для очень честных и прозрачных отношений с сетью. Раз мы от тебя не берем больше, то мы тебе и платить не будем больше. Да, то есть если вернуться к началу нашей беседы и вспомнить вот тот ужасающий график с ростом цены и наложить на него еще рост цены сетевых услуг, которые, я напомню, там в отдельных субъектах 56% занимает в конечной цене на электроэнергию, то вот такие отношения позволяют нам сказать, что за весь объем электроэнергии, который мы получили от собственной генерации, мы не будем платить вот эти лишние 56% сетевой составляющей. Это тот максимальный совокупный эффект, который мы можем получить для активного энергокомплекса. Поэтому немножко странно, опять же, там, то, что у Дениса прозвучало, что они считали там, для себя, что экономики нет. Вот максимальная экономика для индустриального парка 56. Понятно, что в реальной жизни мы там можем сколь угодно близко асимптотически приближаться к 56, но их не достигнем, потому что у нас есть затраты на установку вот этих управляемых интеллектуальных соединений, там, программно-аппаратного комплекса. У нас есть затраты на управление объектами электросетевого хозяйства внутри, да, и их все равно надо как-то учитывать. У нас есть там потери, у нас есть эффективность собственной генерации распределенной, которая все-таки сейчас немножко выше, там, чем те параметры, которые мы, чем 2 рубля, да, условно. Это та цена на РЭМе, которая сегодня есть, это польская. Может быть, немножко выше. Да. То есть, в принципе, из этих 56, по нашим расчетам, в отдельных случаях остается там порядка 30. Те условия и те компромиссы, на которые нам пришлось пойти для того, чтобы эта модель заработала, они еще немножко снижают эту эффективность. И на самом деле там в реальных случаях эффективность будет колебаться в районе там, 20-25% от стоимости электроснабжения. Но, во-первых, эта эффективность непрерывная, да, то есть вы своим резидентам можете четко сказать, уважаемые резиденты, для вас всегда, независимо от того, какова будет цена электроэнергии снаружи, да, для потребителя, который находится в нашей ценовой зоне, для вас всегда будет действовать скидка 25% на весь период, пока мы работаем вместе. То есть цена снаружи будет изменяться, вы свою цену тоже можете изменять. Ну, цена снаружи изменяется, там, рост топливной составляющей, да, цена на газ растет, там, рост каких-то еще там, чего-то, мы видели все это, да. Вот, соответственно, для ваших потребителей вы можете гарантировать всегда, что вот эти 25 будут держаться, минус 25 будут держаться на весь срок ваших отношений. Для того, чтобы это все заработало, мы должны, как я уже говорил, да, поскольку энергетика – это эмержентная система, мы должны действовать предельно осторожно и предельно внимательно. Здесь вот в левой части показаны основные нормативно-правовые акты, которые мы затрагиваем изменением этой модели. Для того, чтобы все прошло безболезненно, мы проходим по нормативной модели правового эксперимента. Правительство позволяет сейчас такие нормативные модели вводить. Это означает, что мы не меняем сегодня вот эту нормативку, которая слева, и тем более не лезем в федеральные законы. Да, здесь вот слева это проект постановления и распоряжения, да, уровень ниже. Федеральные законы мы вообще не трогаем, и они как бы являются на этапе эксперимента граалем нашим. Да, то есть вот, все зафиксировано так же. Но мы вносим отдельные исключения сейчас, да, которые позволяют этот эксперимент провести для определенных условий. Эти условия, возможно, достаточно жесткие сейчас, но наше с вами искусство будет заключаться в том, чтобы найти такие индустриальные парки, которые будут этим условиям соответствовать и для которых будет достигаться заявленная эффективность в пределе 20-25% от цены. После прохождения эксперимента, то есть весь эксперимент он продлится до конца 2021 года, до декабря, дальше в марте 2022
Минэнерго должно отдать в правительство отчет о результатах эксперимента, где должно быть показано, что хорошего произошло, что плохого, и, что самое главное, должны быть предложены изменения в нормативно-правовую базу, и до июня эти изменения должны, до конца июня эти изменения должны быть внесены. И здесь мы не исключаем, что придется и федеральное законодательство, это федеральные законы проекта, в том числе вносить изменения в закон 35-й об электроэнергетике, может быть, какие-то другие нормативные акты. Ну и точно придется править вот эти постановления, да, касающиеся работы на рознице. Это совершенно точно. Мы сегодня примерно понимаем, как. И наша задача, задача регуляторного эксперимента, это отработка двух моментов. Первый момент – это технологическая нейтральность. Да, то есть мы должны сказать, что в результате создания ЭКО стало хорошо не только тем участникам индустриального парка, которые в эксперименте участвуют, но и не стало как минимум хуже всем, кто находится вокруг. Это очень важно. И второе – это экономическая эффективность. То есть мы, проводя этот регуляторный эксперимент, должны посчитать все, подтвердить. У нас сейчас, я не скрою, у нас есть очень серьезные оппоненты в лице сетевых компаний, потому что для них это реальный вызов. Да. Ну, как так? Раньше эти потребители были наши, а теперь вдруг бац, и эти потребители от нас как бы уходят. Поэтому те требования и те ограничения, на которые мы сейчас пошли сознательно для того, чтобы эксперимент запустить, на наш взгляд, они максимально хеджируют риски сетевых компаний и других участников, но при этом есть некое пространство, где они продолжают оставаться эффективными для индустриальных парков и для таких сообществ потребителей, объединений потребителей. Здесь показаны принципиальные ограничения, да, которые действуют на этапе эксперимента. Первое ограничение связано с тем, что это работа только на рознице, да, 25 мегаватт, только рознице. Это принципиальный момент, который там хочет Минэнерго. Ну окей. И здесь мы согласны, потому что мы говорим, что, ну, вернее так, расчеты наших технических специалистов системы оператора говорят о том, что в принципе вот эта цифра легко может быть увеличена до 100. И в принципе, когда мы закончим регуляторный эксперимент, мы будем с этой инициативой выступать с тем, чтобы увеличить эту цифру, да, потому что в большинстве энергосистем, энергоузлов, да, вброс 100 мегаватт в ту или другую сторону, он не приводит к каким-то там катастрофическим последствиям, то есть система его выдержит. Именно из-за того, что есть единая энергосистема, из-за того, что есть возможность системных перетоков и так далее. Вот, поэтому это такое больше политические нормативные ограничения, связанные там, в том числе с федеральными законами, да, потому что 25, как вы знаете, это граница розничного и оптового рынка. Второе, то, что мы говорим про тупики, да, то есть это тупиковая гроздь, через которую не осуществляется системный транзит. И это тупики, которые присоединены через одну точку, то есть это либо генератор к шинам, генератор, который имеет технологическое присоединение к единой энергосистеме, а к его шинам уже опосредованно присоединены потребители. Ну, такая там наиболее частая модель. Либо один из потребителей имеет присоединение к энергосистеме, а дальше через него опосредованно присоединены там другие потребители и генераторы. То есть в любом случае это некая такая гроздь, которая висит в одной точке присоединена к системе, и дальше внутри нее что-то происходит. Вот то, что происходит внутри нее, снаружи должно выглядеть как черный ящик, именно благодаря тому, что мы отсечку для всех внешних субъектов даем по вот этой пуповине, которая соединяет гроздь с большой энергосистемой. И все устройства внешние настраиваются именно на этой границе. Принципиально важным моментом является то, что УИС должен быть управляющим элементом в этой системе, как минимум на этапе регуляторного эксперимента. И на самом деле, ну, для нас с вами это только в плюс, потому что это означает, что будет некое сертифицированное решение, в котором будет заложена уже вся математика, то есть никому из управляющих компаний индустриальных парков не нужно беспокоиться о том, как там рассчитать все объемы, как учитывать те или иные аспекты. Это все уже в математике будет заложено, и все уже будет готово. То есть условно вам будет даваться там, такая, ну, коробочка, да,
черной коробочкой, которую можно будет просто подключить, как вы сейчас подключаете любой прибор Raspberry, и объединиться с компьютером. Дальше все будет происходить само, но под вашим контролем, то есть у вас будет монитор, как вот у нас на 7 этаже щит, у вас будет свой щит, на котором вы будете видеть точно так же всю свою систему и сможете эффективно управлять в полуавтоматическом и в автоматическом режиме.